Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с генеральным директором завода «Чувашкабель» Игорем Картуновым. Руководитель предприятия проинформировал главу Чувашии, что заказанное производство кабельной продукции в соответствии с бизнес-планом на 2015 год выполнены. По итогам прошлого года прибыль составила 2,5 миллиарда. На этот год ожидается 10% рост производства. Продолжаем мы инвестирование, осваиваем новые рынки, активно участвуем в импортозамещении. По заработной плате стараемся, наметили, по крайней мере, индексацию заработной платы не менее чем на 10%. Сегодня заработная плата средняя по прошлому году где-то 29,3, по-моему, тысячи. Вот, соответственно, хотим выйти за 30 тысяч по заработной плате. Вот, ну и самая основная задача социальная, это как бы, чтобы, несмотря ни на что, несмотря на те выры, которые есть, заработная плата, чтобы наши работники получали вовремя. Спасибо за ответственную работу и то, что в своих расчетах предусматриваете увеличение заработной платы на 10%, это надо ценить. И каждый работник, полагаю, оценивая ситуацию, дорожит своим рабочим местом. Это во-первых. Но во-вторых, тренд на импортозамещение, который взят на уровне Российской Федерации, сегодня вы сполна все это выполняете. На предприятии реализуются инвестиционные программы по модернизации производства. На эти цели выделено порядка 150 миллионов рублей.